Ола, амигос. Сегодня я возле знаменитого красного отеля на Тенерифе. Я забыла, как он там называется. Никогда, естественно, не была и, может, и не буду. Но не страшно, он очень именитый. Пятизвездочный отель какой-то. Риц, Карлтон, короче, Обама. Я иду, меня заинтересовал пляж Обама. На тот пляж можно спускаться там по большой лестнице из... Ну, вы поняли, это эти трудности перевода. По длинной лестнице много ступенек, а постояльцы этого отеля могут на фуникулёре спускаться. И, короче, иду сейчас, посмотрю уж, где это от печки, как тут пойдёт. Посмотрю сейчас, как оно. Это тут... Тут постояльцы зажиточные, по всей видимости, ездят на вот этих тележках. Но ездить даже на вот этих штуках не умеют. Это обамовские для гольфа. Тут угол в поля, наверное. Не может запарковаться мимо двух моток. Как угодно еще ездят на этом, на своих вот этих, не знаю, тележках. Все, он запарковался, она орет, он пошел дальше. Его это не колышет. Ну, норм. Короче, это похоже, надо заходить вот эти ворота на территорию отеля. Или это, ну, ворота — это территория отеля. Все посмотрим, не знаю, все. Туда вот не зайдем, мы эти выезжают, там есть гольф-поля, похоже. Тут постояльцы могут себе позволить ездить на вот этом транспорте, на вот этих для гольфа машинках. Но мы идем никак не постояльцы. Кстати, бананами пахнет. Тут даже кормушки птичьи есть. Ничего себе. Шикарно. У них там сварбарки для вот этих машинок, наверное. Так, запрещено туда идти. Там только машинки выезжают. Тут можно идти, но машинкам заезжать нельзя. А если мы зайдем, мы куда попадем, интересно? Ну ладно, не будем, потому что я не знаю, там дорога есть, проход. Если буду в кабинку зайти. Все, заходим в ворота. И идем, посмотрим, у них гольф-поля есть. Ой, тут так свеженько, фреску, фреску. А мы можем сюда, смотрите, зайти на территорию отеля. Давайте зайдем, посмотрим, что тут у них. Мини-футбол. Это не гольф, а мини-футбол, детская площадка. Но она закрыта, знаки стоп. Но это тут эти машинки ездят по этой дорожке. Я просто чисто вам сейчас поснимаю. По сути, мы зашли на территорию. Сейчас поснимаю, они не могут закрыть потом, я так понимаю, вход до этого пляжа Обамы, потому что пляжи тут общественные, но фуникулером нельзя пользоваться всем, кто, кому угодно, поэтому какие тут ездят вот эти штучки, а мы пройдем тут, давайте походим. Красивый какой отельчик, номера там дорогие, я смотрела что-то там только что в этом, в Google Maps глянула, там что-то по 300 евро, там что-то минимальное похоже. Сутки. Мне интересно, все равно на Тенерифе же. Ну, если кто-то как бы пригласит, то, конечно. Смотрите, так. Что тут у нас? Ну, тут надо аккуратно, вот где лестница какая, эскалера, АБЦД. А мы сейчас выйдем, интересно, через эти потом. Или зря я сюда зашла, на носа. Если тут вообще ходить нельзя, это для... вот этих машинок дорога, а вот тут пешеходная. Ну, мы постояльцы, как постояльцы отеля идем. Если что, вот эти кусты, пролезем в дырку, вылезем туда. Вот там вот можно ходить, там дорога ведет. Давайте еще сюда зайдем, раз уже забрались сюда, чего нет. Посмотрим. Писсина сыра у нас, это бассейн закрыт тут. Не зашли. Поснимаем. Нелегально. Я просто в шапочке местного футбольного клуба. Понимаю, что я точно лево. В шапочке футбольного клуба надо ходить на стадион. У них там только какое-то было здание. Надо было зайти в ресторан. Ну что, у них тут ресторан где-то есть приоткрытый, так мы зайдем, а чем нет. Я уже смотрю, мы уже не выйдем отсюда. Потому что я думала, что есть проход, а нету.
Ладно, я здесь наверх поднимусь. Сейчас скажу, давайте билет на фуникулер. Блин, а в кустах не хочется ломать веточки. Поняли? Давайте ворота один. Тут ворота будут, чтобы мы вышли. А там лестница, наверное, будет доступ к ней. Короче, пойдем посмотрим. Мы не будем нервничать сильно. Просто не хочется потом наверх подниматься еще 10 минут, чтобы можем через этот камень вылезть. Короче, я на территории отеля, получается, зашла. Тут все рассказывали, что нельзя зайти. Ну как, вот заходишь сюда, тут просто уже как бы номера есть. Видите? Все, я зашла. Машинка едет. Это территория отеля. Внизу. Давайте посмотрим туда. Раз отель такой красивый, чего бы не заснять. Мостик мне нравится. Тут там детское какое-то озеро. Можно присесть посидеть. Вот там кто-то отдыхает на шезлонгах. Смотрите, как красиво. Тут еще рассказывали, что тут нельзя постояльцев снимать. А мы чуть-чуть сняли, он нам навстречу шли. Видите, тут такие терраски. Эта терраска идет, ой, терраска, дорога ведет к бассейну, потому что я уже увидел. Надо как-то выбраться туда. О, мы можем тут пройти. Смотрите, какой видок на океан открывается. Рядом с банановыми плантациями. Гляньте, как кустик цветет. Я не знаю, что это бугенвилья или как оно там называется. Напишите в комментариях. А мы идем дальше. Ну, что так, хорошенькая территория, неплохая. Ну, цены, конечно, космос. Как мне кажется. Ну, Тенерифе так и есть, особенно на юге, сами понимаете. Сейчас пойдем по тенечку. Гляньте, красивый кустик. Обалдеть, как он цветет рясно. Видите, вот проявида привада. Вот это вот уже зона привада, где я сейчас нахожусь. В отеле я нахожусь, на территории отеля. Так что вы никому не говорите, если что. Аккуратно, спуск. Машинка едет, мы должны ей дать дорогу. И она проедет. Они ж ездить не умеют, сейчас надо дать дорогу. Хорошо. Ой. Это не понимаете. Это, по-моему, сотрудник. Этот умеет. Каждый день я думаю, смотрите, бассейн какой у них красивый, с видом на океан. Блин, ну мы отсюда выйдем или нет? Уже хочется выйти, я не знаю. Ну, тут можно и выйти. Давайте уже что-то сюда пойдем посмотрим. А куда? Тут уже только в паркинг можно зайти. Вот выход. Мирадор, ресторан, ты Мирадор. Ну вот, калитка открыта. Все нормально. Мы вышли. Сейчас идем, а там где фуникулер. Тут есть еще дорога, но там можно спуститься на машине. Туда на вот этих штуках нельзя спускаться. Можно спуститься на машине, у всех доступ есть. Но там негде вставать. Это чисто кого-то туда отвезти на пляж и уехать наверх. И потом подниматься, ой, опускаться по ступенькам на этот Мирадор. Ну, естественно, кому-то подниматься за машиной на стоянку, там, я не знаю, километра полтора. Через километра полтора-два будет стоянка автомобильная. Если есть место, там можно оставить. И потом привезти сюда опять машину и забрать тут всех.
Пляж этот красивый, я на видео так смотрела по диагонали. Сейчас посмотрим. Элитный. Элитный. Смотрите, давайте туда еще пойдем. Вот тут вот фуникулер, лестница туда идет. Никогда, он Тейда видный, кстати. Никогда здесь не была. Подсмотрела в интернете, что есть такой пляж Обама. Это фуникулер. Зал ожидания фуникулера. Тут Мирадор. Смотрите, какой Мирадор бесплатный. Сейчас я вам пойду покажу. Ну, сама побыла. Представьте, знаете, как красиво тут. Пачку кто-то оставил. Плантации банановые. Тут тоже можно пляж какой. Дикий, что ли? Нет, тут скалы, тут нет пляжа. Кораблик вон какой-то. Винтажный. Водоросли какие-то. Впервые за полтора года увидела при берегах Тенерифе водоросли в океане. Причем в большом количестве. Раньше я не видела. Как-то видела там пару штучек, там на пляж выкидывала на какой-то, но так, чтобы массово вот тут плавали на поверхности, вот это первый раз. Такое все когда-то первый раз. А там что-то видно, это получается Сан-Хуан. И, а когда тут не видно, это на Сан-Хуан, наверное, виден. И там внизу причал. Какой пейзаж. Потрясно. Уже, как всегда, не зря приехала. Все. Даже сейчас по ступенькам. Да, Ритц Карлтон. Так называется отель. Это фуникулер от него. Не зря пришла. Сейчас буду спускаться. Там, правда, водорослей много. И люди, может, без купальников. Не было. И такой плавненький песочник. Сейчас водоросли валяются. Уже спешу вам сообщить, пока подождать. Перестанут пробивать и их уберут. Вот эти водоросли. А там Сан-Хуан. Бухта Сан-Хуан. Плая Сан-Хуан, так и поселение, по-моему, называется. Также Плая Сан-Хуан. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Поставьте колокольчик, чтобы знать, когда у меня выходят новые видео, трансляции. И увидите еще много чего интересного на моем канале. Я вам обещала про Тенерифе. И не только про Тенерифе, думаю, еще все будет. Все заснимем. Главное, обратная связь, чтобы вы там активничали в комментариях. Всем хорошего вечера. Ну и до новых встреч. Hasta la próxima vez.